Мы приехали изначально втроем. До этого я здесь особо никого не знал и попал в новый коллектив. Вроде очень хорошие, нормальные, порядочные ребята. Я думаю, что у нас не хуже коллектив будет, чем был раньше здесь. Команда, которая решает высокие цели и задачи, то есть выход в премьер-лигу, я считаю, что нужны очень опытные игроки. И не сказать, что наша команда очень возрастная. Наша команда то, что надо. Вот, и молодежь молодцы, хорошие, и опытные игроки. Я думаю, результат будут давать опытные игроки, потому что на них рассчитывают, и они уже больше видели, долгое время играют в ФНЛ, они знают, какие команды и как добиться хорошего результата.